Многодетная семья из Каковых стала участницей социального проекта «Орлео случайно», когда глава семейства потерял работу и на протяжении полугода не мог найти новое место. На помощь пришли социальные службы. Они отобрали в каждом районе наиболее нуждающиеся семьи и предоставили им временное пособие. Несколько месяцев назад мой муж потерял работу, а у меня маленькие дети, поэтому приходится сидеть дома. Но благодаря программе «Орлео» нам все это время помогали не только деньгами, но и продуктами. Теперь моему мужу предлагают пройти обучение и устроиться водителем автобуса по этой же программе. Программа рассчитана на граждан, у которых ежемесячный доход составляет менее 60% от прожиточного минимума. При этом в семье должен быть хотя бы один работоспособный человек. По условиям социального проекта контракт оставляют сроком на 6 месяцев. В течение этого времени участника программы обучают новой профессии и трудоустраивают. Пособие же выплачивают еще несколько месяцев после того, как человек найдет работу. Правда, контракт автоматически аннулируется в случае ухода работника по собственному желанию. Несмотря что на сложную ситуацию, наш президент нашел, изыскал средства, чтобы поддержать простых людей. Это очень важно. Вот я считаю, что настоящий президент, он должен быть только таким. Поэтому я очень благодарна. И сегодняшняя встреча, я думаю, что она не должна быть последней, потому что именно меняются законы, повышается где-то минимальная заработная плата, минимальный расчетный показатель. Должна информация идти из, именно при встречах. Сейчас в Медеевском районе по данному проекту уже проходит 10 семей. В ближайшее время они начнут получать государственную социальную помощь. Шана Тайтенова, Рашидин Якупов, телеканал «Алматы».